Ах вы черти! Да, клево! Что клево? Умрем с тобой, а мы не видим. Да, надо подснять. Надо почаще приходить. Так, а мы первым. Сколько бабок давать? 60. А? 60 гривен. Ага. Давайте обещать. По сколько там? По 60 гривен. По сколько? 60 гривен. Да, ребят, и мы когда приходили, тут было ровненько. Поле было ровненькое, красивое. Позагребать. Смысл в том, чтобы, да, позагребать. Поэтому давайте, энтузиасты. Этого дела? Мальчики, девочки. Что ж, энтузиасты, давайте все станем и позагребаем. Зачем загребать? Все равно, что ты играть будешь. Вот так, как кто понял. Ты приходишь, поле ровное. Поиграл за собой, выбрал. Можно и так, какая разница, все равно все бегают. Да. Не, немного не то все равно. Да? Акела. Да, перестряхивай. Кто хочет сдать? Я тебя где-то видел. Я сдаю сдать тоже сейчас. Да. Кто еще хочет сдать? Я не хочу, я сдаю. Привет, папа, что ты там? Блин, пап, ты мне извинись еще раз, когда ты приезжаешь. Ладно, хорошо, все, давай. Просто я еще... Ты же сказал, там еще непонятно, люди есть, нет, выйду, не выйду. Я тебя откуда-то знаю. Я тебя откуда-то знаю. Откуда? Мне просто, я же тебе что-то планировать, чтобы ты не ждал меня. Я же это сама. Я на дружбу народу была. Не, не оттуда. Не оттуда. Ну, да я в берегу была. На Бережках будешь там подъезжать уже к Киеву. Вот оттуда. Это где именно? На Левом Бережке? Да, давай. Ой. И на Литной была. Давней. У тебя дачи, дедушки, бабушки под Киевом была, нету? Да, европейского была. У тебя под Киевом нету ни дачи, ни родственников за Борисполем, нет? Нет. А что, надо? Не, лицо знакомое до чертиков, вот хоть убейся. Серьезно? Проверь, должно быть 40. Тут на гидропарке ездила. Хорошо. Да, все. На Венеции, да. Вот, давай. Мой. Этот. Вот, вот.